Здравствуйте! Примите новогодние поздравления от кулинарного канала диетолога Скачко. Новый год не просто повод подбить итоги года уходящего и построить план на будущее. Новогоднее застолье одно из самых обильных. И медицинская статистика неумолима, совершивших ошибки слишком много. Кто-то теряет здоровье, некоторые теряют жизнь. Но не подписчики моего канала, такие видео на моем канале есть. Если вы впервые на моем канале, ссылки я дам, можете эту информацию обновить. Нужно правильно начать застолье праздничное, любое, правильно его сопровождать, правильно восстановиться на следующий день после праздника. И в этом случае ваше здоровье в безопасности, а ваши планы имеют возможность сохраниться, реализоваться. Я часто заканчиваю свои видео такими словами: крепкого вам здоровья. Это подарок от ваших родителей, напомню. Кстати, не забудьте им позвонить. А вот разумного к нему отношения — это уже ваш выбор. Как готовить кофе, как готовить чай китайский, как готовить чай имбирный, как готовить различные каши, супы, борщи. Нужно правильно делать в зависимости от вашего пола, возраста, уровня здоровья, ну, целей и задач, которые вы перед собой ставите, как минимум. Совершая ошибки, вы, к сожалению, свое здоровье не укрепляете, и ваши планы могут быть под угрозой. Но, напомню, если вы подписчик моего канала, у вас эта информация будет всегда под рукой. Если вы не подписчик, подписывайтесь. Эту информацию легко получить в свободное для вас время. Ну а на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. Не буду вас утомлять перед Новым годом. Пойду праздновать. Надеюсь, что я эту бутылку вина выпью в кругу близких мне людей. Вот. А те, кто считает, что я о них забыл, я не забыл. Если я пропустил чье-то письмо, напомните мне в почту. Я оперативно отвечу. Если я пропустил какие-то рекомендации, кому-то не отправил книгу, замотался, бывает и такое. Не стесняйтесь, напомните о себе, я выполню те обещания, которые я вам давал. До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа Доктора Скачко» — это YouTube, а также «Школа Доктора Скачко» в Instagram. И напомню, крепкого вам здоровья, разумного к нему отношения за новогодним столом. До встречи в новом 2020 году.